Российские туристы получат компенсации от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. На эти цели уже выделено 15 миллиардов рублей из федерального бюджета. Программа заработает в августе этого года. Обязательные условия участия в ней – продолжительность тура не менее 5 ночей и оплата через российскую платежную систему «Мир». Компенсируют затраты на отдых только тем, кто решил путешествовать по России. Список регионов, за поездки в которые полагаются выплаты, составил Ростуризм. В него не вошли популярные среди путешественников Краснодарский край и Крым, передает Интерфакс. В перечне 45 субъектов страны, в том числе, например, Ростовская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская области, Красноярский, Хабаровский, Пермский края, а также Югра. Глава Кабмина назвал туризм одной из перспективных отраслей, которая сейчас находится в сложном положении. И, цитирую, «нужно не только ее поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма». Конец цитаты. Туроператорам, к примеру, уже представлены субсидии общей суммой около 3,5 миллиардов рублей.